Топ рейтинг самых редких и самых популярных карточек Аврора. Возможно, я дальше что-то соберу, у меня этот рейтинг как бы поменяется. Но это моя история, это мой случай. Итак, друзья, как вы видите, ребята, я тут собрал на столе вот это все свое добро, то, что имею. И сейчас вам расскажу то, что мне больше всего, чаще всего попадается и в каком количестве. Итак, самая популярная на первом месте фишка у меня под номером 14, у меня ее аж 9 штук, вот такой дрончик, друзья, он самый популярный и его очень много. Не знаю, как у тебя, но если у тебя его тоже очень много, то, пожалуйста, напиши мне, пожалуйста, в комменте. Мне будет интересно услышать, прочитать твое сообщение. На втором месте у меня прям 6 вот таких фишек, и это номер 4, вот кулечек. Красавчик. И вот таких 6 фишек у меня с ним присутствует, друзья. Он тоже очень часто попадается. В топ-рейтинге самые редкие под номером 3 у меня попадается под номером 10. Ищем под номером 10. И у меня вот этого пацанчика Херсон, Киберхерсон, аж 5 штук. Тоже неплохо, да? Смотрите, вот такой красавчик с айфоном, я так понимаю, да? Может быть айфон? Может быть спокойно. На четвертом месте в рейтинге у меня фишка под номером 28. И у меня ее аж сколько? Раз, два, три, четыре, пять штук. Вот такой герой с молотом, коктейлем молотом. На пятом месте и 5 фишек под номером 19. Где наши 19? Вот такой трактор с усами. На шестом месте фишка под номером 16. У меня ее 4 штуки. Раз, два, три, четыре. Все как полагается, все честно. На седьмом месте топ-рейтинг у меня занимает фишка под номером 7, и у меня ее буквально 4 штуки, и вот он, на страже военный, который занимает у нас 7 место. На 8 месте у нас номер 9, ищем номер 9, и это у нас прям вот 4 штуки, вот горячий вот такой пылающий танк. На 9 месте вот такая девушка у нас. И 4 карточки, фишки вот такие смог собрать. После рейтинга 9 у нас, естественно, идет номер 10. И это карточка под номером 25. И мы ее собрали аж 4 штуки под номером вот 25. Смелость. На 11 месте у нас идет карточка под номером 2. И смог собрать аж вот таких 3 кораблика. А за кораблем, естественно, у нас идет номер 11. И смог собрать целых 3 штуки. И это у нас называется Киберхерсон. И 3 фишки у меня. На 13 месте в рейтинге самый популярный у нас появляется Азовсталь под номером 17. На 14 месте идет вот такой военный с энлавчиком и смог собрать 3 фишки. Энлавчик под номером 20. На 15 месте 3 фишки смог собрать, и это под номером 29. Вот такой парнишка. На позиции под номером 16 я смог собрать 2 фишки, и это фишка под номером 5. Вот такой интересный истребитель. Так понимаю, это какой-то МиГ, возможно, 29. На 17 месте после 16, естественно, идет снова у нас самолет и вот ночной призрак под номером 6 фишка. 2 фишки всего лишь у меня в моей коллекции. На 18 месте 2 фишки собрал под номером 8. Князь Киевский.
На 19 месте идет Азовсталь. Две фишки всего лишь смог собрать. А ты сколько, кстати, собрал? Тоже, если тебе не сложно, напиши, какие у тебя чаще всего повторяются. А у меня две под номером 18. На 20 месте под номером 23 фишка, и у меня их всего лишь две. Ну, тут получается, видимо, этот танк просто перекурочил так, что он аж смялся и сломался. Дальше ему некуда ехать. На 21 месте у меня фишка под номером 26. Тоже две фишки смог вот такие собрать интересные. Две фишки смог собрать, и это рейтинг... У нас идет по номерам 22. Ну, в общем, 30-я вот такая фишка. Цена победы. Отлично. На 23-м месте у меня змеиный 13-й. Это фишка по номерам 1. Я смог ее собрать всего лишь 2 штуки. Ну, не так уж и часто она попадается. На 24 месте Кибер Херсон, тоже две фишки у меня, вот такой пацанчик отдыхает и под номером 12. 25-26 идут у меня карточки Ведьма под номером 22, 03 Змеиный 13, 13 Армия Дронов. И также я не смог собрать, ребята, ни одной карточки под номером 21 и 24. Ну, получается, что 21 и 24 это самые редкие то, что можно было собрать, ну, в моем магазине. Возможно, я дальше соберу, и они у меня как раз и появятся. Друзья, надеюсь, тебе ролик мой понравился. Лайк, подписка, комментарий. Дальше будет интереснее. Мира, добра, всего наилучшего. Берегите себя. До новых встреч. Это был канал Мишаня 2.0 или Папаня Мишаня. Пока-пока.